Христу. У вас провалился экран низко, голову поднять надо будет, вот так, повыше, чтобы я было. Я говорю слава нашему Господу Богу Иисусу Христу. Да, повыше сделайте, чтобы голову видно было, вот так. А то... Вот так? Нет, нет, наоборот, наоборот, выше, еще вот так, вот теперь видно. Ну, мне просто неудобно планшет в руках держать. Я вот удивляюсь, сколько людей, половина... Он у меня на животе стоит, потому так и видно. А сейчас его в руки взял и на весу держу. Ну, продолжайте, что вы хотели сказать. Я хотел сказать, вот это место люди не знают. Спрашиваю, а кто чат-рулетку-то образовал? Еще ни один не сказал. Как мне интересно. Я не знаю тоже, да. Согласен с вами, я не знаю. Ну, я вам скажу. Изобрел это... музыку парнишка 17 лет, двоечник, Андрей Терновский. И он говорит, время экзамен, говорит, у меня одни двойки. Я понял, экзамены не сдам. Надо что-то придумывать. Я, говорит, сел тогда, там стал смотреть, и вот это придумал. И сразу стал миллионером. Уехал в Америку, на Лазурном берегу там живет. И вот я много здесь уже нахожусь, тем более я в интернете не новичок. У нас очень большой видеоканал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии», Игнатий Лапкин. У нас 14 700 роликов. И тем более, я когда издавал книги, у меня вышло 38 томов, я провел за 9 лет больше 30 тысяч часов за компьютером. Но вот то, что здесь делается, этого нигде больше нету, нигде. Даже один ролик вот такой бы, если был, прям перекопировать отсюда в YouTube, сразу заблокируют. У них два предупреждения полностью. Поконкретнее можете сказать? В смысле, что происходит? Что происходит? С большой буквы блуд, прелюбодеяние, открыто совокупляется. На этой стене показывает органы. Вы не можете сказать рукоблудство, да? Да, и рукоблудство, и прямо женщина с мужчиной совокупляются. Она стоит раздета. Ну, я один раз такое видел только. Ну, это делает. Маленькие ребятишки сквернословят. Ну, согласен. Это Содом и Гоморра у нас называется по Библии. Если человек думает спасаться, ему надо знать содержание хотя бы этой книги. Ну, я вам скажу, это мелочь то, о чем вы говорите. Ну да. Все, я-то 73-й день. 73-й. По сравнению с тем, что люди здесь морально друг друга уничтожают, просто понимаете? Да, я 73-й день нахожусь. У нас был брат один, он такой хороший, все. Ну, разбежался с обрыва, прыгнул, а в это время проплевало бревно. Там нормально было, купались, и он ударился головой. У него 7 позвонков сломались, а там разлетелись, и перерезали, когда ему искусственное дыхание делали, столб. И он 17 лет лежал парализованный, иконописец. Одно плечо только правой руки, кажется, он так вот скручено, вот так вот. И вот мы близко познакомились. Артерия позвоночная пострадала, ну, да? Может быть, он Сергей Георгиевич Козлов, ему было в это время 20-30 лет, кажется, и вот 17 лет он пролежал и внезапно умер. А перед этим он зашел в рулетку и два ролика составил. И я посмотрел, мы очень близкие с ним, очень-очень близкие. И я увидел, тут такая мерзость. Я сразу помолился, говорю, Господи, дай мне талант Сергея, он уже умер, чтобы зайти сюда. И тут, оказывается, ни регистрации нет ничего. Когда я зашел, я понял, что надо быть здесь. Мы начинали вдвоем. Один считает, другой там перелистывает. То есть я разные, до 10 видов испробовал, как лучше. У меня с собой крупным шрифтом написано Евангелие. Вот это вот Евангелие. А тут крупным шрифтом, чтобы можно было считать, вот так вот написано. И отдельно, это Евангелие в 1 веке написано, а вот эта книга, Псалтырь, она в середине Библии находится, она написана 3000 лет назад, вот таким крупным шрифтом. Ну, я начал считать, там прислушивается. Больше 10 нашли людей, которые желают, там не согласны. С детьми. То есть я менял все время тактику. Я начальник детского лагеря был 45 лет. И много в жизни претерпел. У меня 5 тюрем за плечами, за Слово Божье. И поэтому с разным населением знаком. Я тут как-то приспособился. И вот 73-й день уже я нахожусь. И людям рассказываю о Христе. Половина примерно здесь голые лежат. Я статистику люблю. Примерно 80% мусульмане. Я не скажу, что я голый, но...
Ну, я под одеялом просто еще. Ну, все лежат. Не сидят, а лежат, я понимаю. Ну, понятно. Нет, ну, я просто касаемо себя говорю, что я, допустим, только проснулся, взял планшет, это самое, ну, и думал... Ну, мало кто проснулся, понимаете? А то еще показывает движение одеяла, что-то там вроде делает. А, не-не, я вот мои руки, я просто лежу, это да, самое, я вообще... Да, ну, вот мы решили тут, встречаемся с людьми, беседуем. Некоторые, оказалось, давно на нашем канале. Во свете Библии. Ну, все-таки 14 700 роликов, 32 тысячи у нас, 33 тысячи подписчиков, нет, 34, и 33 миллиона посещений. Хорошо, как вас зовут? Игнатий Лапкин. Там надо написать Игнатий, да? «Во свете Библии Игнатий Лапкин». И тогда откроется. Я имею в виду, как к вам как обращался. Ну, Игнатий, меня зовут, да? Игнатий Тихонович, мне 80 лет. Ну, вот. Ну, хорошо, Игнатий Тихонович, я вас прекрасно понял, да. Я вот с вами согласен. Библию я люблю. Богу я верю. Я пойду дальше, потому что у меня на сегодняшний день другие интересы. Что интересно, когда, нет, я просто закончу, чтобы это не выключили пока. Ну, и из тех, и с кем разговариваю, примерно 95% все куда-то торопятся и какие-то дела. Но я-то человек, раз я преподавал в университетах, занимался в милиции, я все слои населения перед глазами имею в виду. Почему все куда-то понятно торопятся, когда важнее этого ничего нет? Я вам объясняю, я не тороплюсь, но я вам просто говорю, что вот то, о чем мы говорим, да, оно мне близко, оно мне не чуждо, да. Но у меня другой интерес здесь, понимаете, вот именно здесь. То есть то, о чем вы говорите, можно поговорить в другом месте, но не здесь. Но здесь только, так раз здесь мы встретились, а зачем? Если по скайпу, вы зайдите, по скайпу, зарядите Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Я могу почитать, посмотреть ваши ролики, понимаете? Я могу сходить в церковь, могу у батюшки спросить, что меня интересует, с ним побеседовать. Понимаете? Ну, то есть, ну, вы меня поймите, у меня другой есть интерес. Я разговариваю на политические, на экономические темы с некоторыми людьми. Понимаете? Меня вот эти вот дрочили там и детский садик, они меня не интересуют. Знаете, для меня что? Для меня это точно так же противно, как и для вас, понимаете? Вот вы сейчас сказали, вас что интересует. Так вот, если заряете во свете Библии, не YouTube, а сайт, на наш сайт, вы нигде больше не найдете такого. Я студентом, я одновременно вел занятия в 5 университетах, во всех отделах милиции, 3 радиопрограммы. И там справа 55 папок. Политика, экономика, социология. То есть я отвечаю на 4124 вопроса. Вам как раз туда надо прийти. Притом отвечаю по 4 параметрам. Еще раз повторите, как вы искать на Ютубе. Во свете Библии. Во свете Библии. Я запомню, вы говорите. Игнатий Лапкин. А там написать надо не Ютуб, а сайт. Из Ютуба выйти. Сайт через Google. Сайт. Хорошо. В сайте. Там вы увидите моих 38 томов книг, которые вышли. Я найду вас. Игнатий Лапкин. Да, вам будет очень интересно. Тем более, ответ дается не то, что я думаю. Нет. А что говорит об этом Библия? Говорит патристик, это 300 томов. Что говорят жития святых, 1173 биографии. И что каноны церкви, это 700... Я вам скажу так, мне нравится слушать умных людей религиозных, да, мне нравится слушать. А также мне очень нравится слушать шейхов, арабов, шейхов. Они тоже говорят очень умные, очень понятные вещи, понимаете? Знаете, вот... Я к этому... Когда начинает говорить мусульмане, я показываю Библию, а у нас другая книга, я показываю. Какая книга? Ну, Коран. Я говорю, что написано? Из 100 человек ни один не мог прочитать. А у меня вышел один том, я сейчас поясню, подождите. У меня с книги, каждая книга 752 страницы, а всего вышло 41 том. И вот я разбираю один том, посвященный исламу. Все суры и аяты, все до одной разбираю во свете Библии, как сходится. Вот я спрашиваю, скажите, у вас Мухаммад вел войны? Как войны? Ну, с мечом в руках. Ну да, а сколько? Ни один не ответил. Я говорю, записывай, 72 войны, 72 сражения. Теперь и только оборонительных было 2, остальное грабили караваны. Вот и все. И не где-то, а звезда Востока. Хорошо, вот я вам вопрос задаю сейчас, да. Я этот вопрос, ну, ответ знаю поверхностно, с большего я знаю. Вот скажите, православные христиане в крестовых походах участие принимали? Нет, католики. Православные никогда не принимали.
Никогда. Вот они... Послушайте. У меня есть такая интересная история, правда это или нет. Когда-то там крестоносцы, не помню какой поход, они пошли на Константинополь. Папа Римский сказал взять Константинополь за то, что Константинополь отказывался отправлять воинов в Святые Земли воевать. Когда крестоносцы пришли, осадили Константинополь и предложили зайти в город. Они зашли в город и увидели очень много красивых женщин, убранства, то есть что в городе очень хорошо. Бросили оружие, женились и стали жить там. Нет, жить не стали. Разграбили город. Вот если вы зайдете на наш сайт, то посредине рамочкой, там книга одна называется «К истину православию». И там три темы про католиков. Одна называется «Человекоубийство и ложь Ватикана», вторая – «Гордость папства», и третья – «Фатимская трагедия или надежда». И там именно об этом, как они захватили, что делали. 11 крестовых походов, притом все на литературе, какая книга, откуда взята. А я 40 лет эту книгу, материал собирал. Сайт, зайдете. А если зайдете, там еще рамочка и книга «Для Слова Божия нет уз». Это обо мне два священника пишут как документы, что вот мы строим православную деревню, там и что было, как я за границей ездил. Как хорошо, мы... я посмотрю. Всего вам хорошего, до свидания. До свидания, с Богом. До свидания. Слава Христу. Вы хотели что, может быть, спросить, узнать? Ну, да, хотел спросить, чем вы занимаетесь, откуда вы? Мы из Барнаула, православные проповедники, пришли в чат-рулетку, в это место Содома и разврата, людям рассказать, что за это будет, о чем говорит нам Святая Библия. И мы здесь уже 73 дня. А вы не сектанты? Мы православные христиане. Православные христиане, а сектанты рукой не крестятся, бороды не носят. Ну, если вы знаете, посмотрите. Понял, ладно, хорошо. Мы православные. И поэтому, если вы зайдете на наш YouTube, у нас канал есть, называется «Во свете Библии». У нас 14 700 роликов. А можно у вас спросить, есть такой этот человек, как же его сказать, сейчас скажу, к нам приезжал в Кемерово. Я из Кемерово сам, но я рядом с вами нахожусь. Так и что? Годецкий, кто это? Сектант? Кто? Годецкий, Олег Годецкий. Слышали такое? Нет, не слышал даже такого. Вот сейчас большая там борьба идет. Лишили сана Головина отца Владимира с сыном вместе. И патриарх утвердил это решение. Какой? Ну, Чистопольская епархия. Отец Владимир Головин. Он миллионная аудитория у него. Там молитва по соглашению была. И Дворкин там, и Новопашин. На него там материал собрали, нажаловались. Но сейчас там большое дело идет. Головин, отец Владимир. Город Болгар. Казанской, около Казани. Извините, у меня телефон. Откуда вы? А главное, откуда? Вы поближе к микрофону. Только не уходите быстро. Я говорю, откуда? Откуда вчера и сегодня одинаково? Я говорю, вы хотите узнать, где нахожусь? Ну да, так новый вопрос ставьте правильно. Откуда? Откуда ты откуда пришел? Я говорю, я сижу на стуле, никуда не ходил. Мы в Барнауле, Алтайский край, Игнатий Лапкин. Каждый спрашивает, как дела, откуда вы? У всех стандартные вопросы. Я говорю, откуда? Вы вопрос задали правильно, откуда? Я говорю, ниоткуда. На этом стуле сижу, как вчера. Вы хотите узнать, где? Я говорю, Барнаул, Алтайский край. Русские люди. Откуда? Откуда-то я пришел, никуда я из дома не выходил. Мы пришли сюда, чтобы в этой рулетке немного свет Божий пролить, в этот Содом и Гоморру. А ты что тут делаешь в этом месте блуда и разврата? А вот догадайся, что мы тут делаем? Не вот знаю, туда, та, там, где люди погибают, МЧС чем занимается? Спасает. И нас Господь послал людям возвестить о Христе, что так поступать нельзя. Я ничего не могу сделать, как только рассказать им, показать. И поэтому я уже 73-й день нахожусь. И детей предупреждаем, говорим, малые дети тут находятся, женщин, мужчин. Много мусульман, 80%, с ними беседуем. Я с вами полностью согласен, но я не такой, как вы думаете.
Ну, я не думаю, я просто пишу. Голые, наполовину голые, 50% мужики сидят. Вот так, как вы одеты, и фотографируются, головы не видать. Безголовые. Я одетый, как... Да, вы одеты. Это благодарение Богу. Благодарение. Я встретил несколько человек, которые просто зашли посмотреть там. И многие, не многие, ну, которые на нашем канале были, меня сразу узнают и называют. То есть у нас очень богатый очень у нас YouTube канал «Во свете Библии». «Во свете Библии», да? «Во свете Библии». Это огромный канал. А вас как зовут? Игнатий Лапкин. Там подписать надо Игнатий Лапкин. Это 14 700 роликов. Понимаете, что это такое? Это не 14 спичек для прикурки табака. И каждый несет в себе информацию. Мы как деревню православную строим, православную. Как благовестие выполняется. Вот это здесь сколько? 73 дня. У меня уже больше 300 роликов получилось здесь, из чат-рулетки. Роликов. А вы записываете? Обязательно. Вы можете там зайти на наш канал и себя увидите. Хорошо. Человека трезвого, человека одетого, но безбородого. Ну, не растет у меня борода. Она растет, это обман. Я вижу отсюда даже, что она растет. Вы ей не даете расти. Она растет, но она некрасиво растет. Дальше. Сначала вот не растет, а теперь некрасиво. Это большая разница. Не, ну она-то растет, но я имею в виду, что не такая окладистая. А не надо говорить, какая. У Хо Ши Мина какая? Там три волосинки торчат в разные стороны. Или изобретатель радио Попов. Зарядите, посмотрите. У нас есть здесь... Я в курсе. Да, есть сейчас, в настоящее время есть вот Смирнов. Он правая рука патриарха Кирилла. У него такая тоненькая, но он не трогает. У Чаплина все было так же самое. Это мне не надо подправлять. Мне по работе не положено было. О, теперь третья причина по работе. А самое главное это что? Жена против. Почему протопоп Авакум бритье называл блудодейная ересь? Блудодейная ересь. В доме две мамы. Это все садомиты придумали. Надо такое, как ты есть. Вот мне Господь позволил это понять. Я даже в 61-м году, а то еще советская власть, сколько лет? 30 лет будет. Я на военном билете уже с бородой. Они ничего не могли сделать. Тогда в военном билете служу в ракетных войсках и с бородой. А вот Господь так дал. Вот так. Ну да. Вот вы если зайдете на наш канал «Во свете Библии», и вы увидите, у нас люди какие. Юристы, программисты, врачи. Все до одного с бородами. Притом работают в государственных органах. Не как-то так. Нет, так у нас это не запрещено. Кое-где и запрещено. Не положено. Вот напали на одного, он в милиции служил, в полиции теперь. И на работу не допускают. И они начали разные указы, приказы, чтобы уволить его. У нас женщины все в платках. А сегодня сидят там и Матвиенко без платка, и там Пугачева, кого-то, все без платков. А без платка это... Ну, платок это, знаете, тоже женщин в паранджу можно загнать. Вот это и надо загнать. Да. Зачем? А затем, а вот послушайте, американские женщины, у них там ассоциация защиты женщины, написали письмо мусульманкам. Мы, когда смотрим на вас, мы плачем, что с нами сделали здесь, в Америке. Мы в мужскую одежду, в брюки одетые, голые, груди, над нами насмешка. А вас, ваши мужья, как сохраняют? Что? Что такое, Анна Ивановна? Так включайте свет наверху. Извините, меня по работе уже вызывают. Да. Ну, тут все как начинаем приятно говорить. Приятно было с вами пообщаться. Да. Ну, с Богом. Все, если думаете по скайпу зайти, по скайпу. Игнатий Лапкин, я один во всем интернете. Понял. Вы на меня выйдете. Спасибо. С Богом. До свидания. Да.